Вот так сейчас выглядит выезд из Алейска по направлению к Рубцовску. Окрестности реки залиты водой, аллей полноводный и мощный, но из русла он не выходил. Причина разлива, как и в целом по краю, талые воды. Они в Алейске затопили две улицы, которые находятся ближе к реке. Много залитых полей в районе села Большепонюшево. Здесь перекрыли участок местной дороги. Всего закрытых направлений в крае по-прежнему 7. Автодорога К-20. Километр 87 плюс 200. Промытие дорожного полотна. Поворот на Тюменцево. Дорога ушла под воду сантиметров на 5. А такая ситуация между селами Сидоровка и Солоновка в Топчихинском районе. В Михайловском, где ситуация остается самой тяжелой, с последствиями паводка жителям помогают бороться спасатели. Откачивают воду из домов и погребов специальными насосами. Я топлю, чтобы потушить дом. У вас дом сейчас пот или вода есть? У меня картошка, все пропало. Вот она опять пробывает. Картошка, все пропало. Дай ведерко, бабуль. Со вчерашнего вечера вода прибывает в районе села Хабары Хабарского района, где действовало штормовое предупреждение из-за опасности подтопления. На утро сегодняшнего дня критический уровень был превышен на 26 сантиметров. Опасения у специалистов вызывает и река Чумыш в районе Заринска. Каждый день уровень воды там стремительно растет. Добавим, на сегодня в крае подтоплено больше 800 приусадебных участков и 139 домов в 47 населенных пунктах. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.